Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале «Новая неделя». У меня прекрасное настроение, улыбка, как вам нравится. Готова ей делиться. Пользуйтесь, надеюсь. Эта неделя, она будет очень позитивной. Так, но подсказки еще впереди. Сегодня мы будем делать расклад. Есть у меня расклад, наверное, вот здесь вот я выложу. Шепот природы, что-то такое. Я уже не помню, как он назывался, шепот духов. Вот, посмотрите, это нечто аналогичное, но немножечко в видоизмененном формате названия. О чем знает ветер и какую весточку он вам несет. Вот, я так видела, что вам экспресс-расклады понравились, поэтому... Пока у меня есть это желание их делать, давайте мы с вами будем делать экспресс-расклады. Но это не значит, что только такие будут, потому что даже в экспресс-раскладах, я так понимаю, я все равно что-то свое доставлю, какую-нибудь глубинку. Да, пока с вами разговаривала, мешаю колоду. Так, все, наверное, все. Тайм-коды есть. Кто меня спрашивал про телеграм-канал, есть в описании под этим видео, под последними видео с того момента, как я создала телеграм-канал. Вот, кому интересно, подписывайтесь. Там очень интересно общаться в группе. Итак, позиция номер один. Голубенький камешек. Сначала мы с вами посмотрим, что знает о вас ветер. Думаю, какой вот... Таро привидение, да, что знает о вас ветер сейчас, вот именно в момент, когда мы смотрим этот расклад, что знает о вас ветер, знаете, может быть, у кого-то день рождения, тройка кубков выпала, что знает, знает, что вы сейчас находитесь в хорошем настроении, это я, что вы пребываете, что у вас улыбка на лице, как и у меня, вообще здесь такой, знаете, настрой, что-то такое отдавать, да, как-то вот делиться. Он знает, что сейчас вы готовы открываться миру, да, что сейчас вы готовы с ним взаимодействовать. Но вот здесь не идет какой-то вот праздник, что ли? Что празднуете? Я не знаю, напишите. Может быть, у кого-то какие-то первые победы. Вроде бы школа еще не закончилась, но что-то такое, какое-то вот окончание обучения. Какое-то обмывание, да, может быть, что-то новое приобрели, купили и обмываете сейчас. Ну, а вообще здесь такие, знаете, вот энергии женские, мягкие, приятные. Если вы мужчина, значит, вас окружают сейчас женщины, вы, ну, баловень так судьбы, скажем, что вы пользуетесь сейчас успехом, и вот либо находитесь в женском коллективе, но вот вас окружают женские энергии. А если вы женщина, то сейчас, возможно, у вас появились именно женщины такие в вашем окружении, с которыми вам приятно, с которыми вам хорошо, которые вас понимают. А здесь такая энергия легкая, здесь нет серьезных каких-то философских обсуждений, либо еще что-то. А здесь, скорее всего, знаете, по творчеству, да, может быть, за компанию с кем-то ходите в кино, в театр. Вот здесь что-то такое творческое, легкое и при этом приятное. И иногда это вот просто, знаете... Я не хочу говорить болтовня, но вот это, вот, знаете, обмен какими-то женскими бытовыми штучками, фишками, как что все происходит, это вот как-то вот наполняет энергией. Вот здесь сейчас такой момент происходит. То есть вам хорошо, давайте так скажу. Я не вижу здесь какие-то трудности, что еще знает о вас ветер. Ну, девятка кубков, да, что вы сейчас находитесь именно в настроении перемен, я не знаю. И вот я говорю, энергия такая пошла, неделя, она такая вот вся яркая, яркая. Бабочки, красные птички, что-то щебечут, что все журчит. Может быть, солнышко будет так же, как у меня, да, погода настроится. Это вот тоже все влияет на нашу психологию, потому что последние расклады, они были какие-то такие достаточно тяжелые, вот, но здесь вот такая энергия, она легкая, какое-то вот преображение, да, может быть, желание появится как-то обновить свой стиль, да,
Что-то такое, что будет вызывать у вас легкие эмоции, радость. Здесь нет такой радости, прям, знаете, тяжелый, со смехом, все такое. Нет. А это вот такое вот легкое, что-то такое приятное, юношеское. Это даже не детское, это вот именно юность. Здесь пахнет юностью. Что еще знает о вас ветер? Что вот вы пошли в новое. Я говорю, вот здесь какие-то преображения у вас случились. И с чем они связаны? Давайте я посмотрю, вот с чем они связаны. Эти преображения, что-то в новое вы пошли, как-то, знаете, какая-то легкость пошла. А, ну да, вот десятка кубков. Вы убегаете от тяжести. Николета Чколи, она немножко по-другому изображены здесь карты. Вот. Десятка кубков здесь говорит о том, что вот убегаем на слонике, да, на верном таком помощнике нашем, на которого можно положиться, да, где-то опереться, вот какая-то вот опора. Это может быть какой-то вот ваш долгий друг, с которым вы, ну, либо подруга, с которой вы общаетесь. И вот вместе сообща вы как будто бы покидаете то, что оставляете позади, то, что для вас было тяжелым, то, что уже отжило, то, что ненужное. Угу. То, что вас как-то вот огорчало, то, что... А, от одиночества уходите, да, здесь как будто бы желание такое появилось, уйти от одиночества, поэтому вы сейчас в общении, да, с женским кардисфером, хочу как-то вот показать себя, проявить себя. Здесь идет разрушение по императору, да, здесь идет разрушение какой-то стабильности, да, когда ничего не происходило, здесь идет разрушение, может быть, контроля, разрушение... каких-то жестких рамок, не границ, а вот именно рамок, да, когда в чем-то себя ограничивали. Здесь такое вот ощущение, что я позволяю, больше стала себе позволять, да, больше себе разрешать, больше появились какие-то желания. Здесь вот какое-то эмоциональное обновление произошло. Хорошо. Какую весточку вам несет сейчас... ветер, знаете, вообще весточка, связанная с изменением вашего вот психологического настроя, не то чтобы что-то меняться вот в физическом плане, а именно здесь весточка о том, чтобы вы продолжали пребывать вот в этом состоянии. Угу. Вот вы здесь как будто бы, знаете, как губка впитываете это состояние. Такое ощущение, что долгое время у вас его не было. Как будто бы подзабыли, а может быть для кого-то это вообще новое. И здесь вот желание в этом купаться, наслаждаться, вот в этих энергиях. Они, знаете, такое ощущение, что вот прям каждая клеточка вашего организма, она впитывает. Они, вот вы как будто бы были, знаешь, вы знаете, вот сухими какими-то. И вот когда губка сухая, и ее под кран, да, воды, с водой ставишь, вот она прям впитывает и начинает разбухать, вот, наполняться водой. Вот здесь вот как будто бы такая жажда, да, и вот я вот все никак не могу напиться, я хочу, и вот вам говорят, что побудьте в этом состоянии, да, то есть здесь весточка в том, что не торопитесь что-то делать с этим состоянием, потому что оно будет вас побуждать как-то вот к дальнейшему движению, развитию, у вас появится сразу желание что-то отдавать, делиться, не делайте это, потому что не то, что вам самим не хватает. А здесь, мне кажется, вы должны немножечко наполниться этим состоянием, потому что, во-первых, с одной стороны, оно какое-то восстановительное, а с другой стороны, оно еще и исцеляющее. То есть, как будто бы, вот если вы сейчас начнете отдавать эту свою энергию, она вот прямо вот вам в кайф, да, вот прям на душу ложится, как бальзам. Вот, и такое, знаете, вот облегчение, да, когда сгоришь на солнышке, потом, хочу сказать, сметаной мажешь, да, либо холодным кремом, и вот это вот прям такое наслаждение, да, некое такое обезболивающее средство, да, бальзам на душу. Вот здесь что-то такое, не торопитесь, потому что вы сможете как будто бы этот процесс остановить. Поэтому вам сейчас нет, вам нужно побыть в этом. И вот весточка с тем связана, что побудьте в этом состоянии, не торопитесь из него творить. Прям, знаете, вот сдерживаете. Иногда бывает такое, что надо себя пинать, продвигать. А здесь наоборот, вот прям сдерживайте себя, побудьте, насладитесь в этом, вот прям окунитесь.
Не бойтесь, что здесь главное, знаете, не включать страх, да, что вот это закончится, и потом опять будет все негативно. Нет, не перекрывайте себе этот поток, потому что этот поток, он такой, вы знаете, очень-очень благостный, и от вас будет зависеть, перекроете вы его или нет. Перекрыть сможете, когда начнете что-то делать в этом состоянии, то есть отдавать, вы еще не готовы. Перекрыть можете каким-то сопротивлением, страхом, да, что вдруг я потеряю, когда вы хотите удержать этот поток, да, будете хвататься за него. Это тоже не нужно делать, потому что, ну, вот как будто бы, знаете, как говорят, не спугни удачу. Вот здесь что-то такое. Наслаждайтесь просто, принимайте, благодарите, кайфуйте, радуйтесь, но не пугайтесь, потому что здесь вот прям, знаете, так много-много, мне такое ощущение, что вот долгое время вы не были счастливыми, и вот как будто бы действительно это счастье свалилось вам на голову. И вы вот в таком состоянии пребываете, что, о боже, неужели это случилось? Не-не, это сон, да, пробудите меня, ущипните, чтобы я проснулась. Вот что-то здесь такое. Поэтому, так, это была весточка из поля, весточка из карт. Ну вот, шут, обнуление, да? Обнуление в плане, что вот я хочу... принимайте, да? Вот здесь хочется сказать, принимайте. Что еще? Принимайте, принимайте прям. Знаете, не старайтесь сохранять. Не старайтесь, если будут приходить деньги, не старайтесь их откладывать. А вот прям, знаете, тратьте их на себя. Тратьте, тратьте, тратьте. Вот до тех пор, пока у вас появится вот прям... не на счета, не на какие-то, ну вот тут куда-то другое место, да, где тоже нужно. Я понимаю, что это вот прям необходимо, но здесь вот прям такая, тратьте на себя до тех пор, пока к вам придет вот это вот чувство, что все, хватит, я уже как-то, вы знаете, вот, ну, насытился. Не присытился, что потом идет отторжение, а насытился, да, вот немножечко дефицит, то есть, ну, еще на одно-два желания я бы как-то вот потратил деньги, да. Вот, вот, вот в таком состоянии вы остановитесь, ну вот здесь вот, вот прям тратьте, тратьте, тратьте на себя, потому что это вот движение. Вот вы словили какую-то волну, это как птицы, они машут крыльями, да, для того, чтобы набрать высоту, а потом просто начинают пилотировать, словили волну, точно так же, как серфинг. Серферы, они словили волну, да, она встали на этот гребень, и дальше он их сам увозит. Вот вам, вот вы словили эту волну, да, не упадите с нее, то есть не надо жадничать, что вот мне надо там кому-то что-то заплатить, долги отдам, давай. Нет, нет, только на себя. Вот здесь все исключительно на себя надо тратить. Угу. И вот девятка педакли, вы должны ощутить себя вот этим, вы знаете, вот этим человеком, что я уверена в безопасности. Вот как-то, знаете, какие-то здесь вот эти вот потребности вам нужно покрыть. Смотрите, здесь какая штука. Если вы это не делаете, да, в какое-то время у вас появится страх, а этот страх перекрывает вам поток. А вам этого не нужно, то, что я говорила ранее. Вам нужно быть на этой волне. Поэтому ничего страшного, если вам будут говорить, что вот ты эгоист, эгоистка, на себя только тратишь. У нас здесь вот там надо ремонт, надо там одежду детям, надо еще что-то. Ничего страшного, все подождет. Ничего не это самое, не конец света, да. Все может подождать. Сейчас вы. Это очень важно. Вам будет... Знаете, вам не будет сложно на самом деле, да, вот знаете, как-то вот впервые в жизни у вас появится вот это ощущение пофигизма, такого здорового, а мне плевать на всех, да, как говорится, вот пускай конец света, да, я на первом месте, и даже не бойтесь, что это будет по отношению к детям, ну, я не имею в виду грудным, а вообще по отношению к детям, да, что там у детей какая-то нужда, ничего страшного, нужда, она была и вчера, она будет и завтра, она будет и послезавтра, она подождет, а я не подожду, потому что вот вам сейчас такой вот этап, и я не знаю, как вам объяснить важность, значимость того, что вы должны наполниться. Надеюсь, вы меня услышали, если не услышали, окей, это тоже ваш выбор, вот, но здесь вот прям надо для себя, потому что вот от этого момента будет зависеть, что будет потом, понимаете? Этот момент, он как будто бы переходный. От того, как вы себя поведете сейчас, будет зависеть ваше последующее будущее. Вот такая здесь была информация.
Вот, я очень рада, кто-то недавно мне писал в комментариях по первой позиции о том, что аж не верится, да, что все так хорошо. Что-то долгое время я шла к этому. Такое тоже бывает. Итак, позиция номер два. О чем знает ветер? Что знает ветер о вас? Что знает ветер о вас? У меня сегодня такой позитивный расклад, боже, такое, такие энергии идут, классно. Я не знаю, что произошло, что случилось, но здесь такие энергии. Ой, королева кубков, вы моя любимая, вы моя прелесть, что знает? О том, что вы чувствительная, о том, что вы ранимая, о том, что вы прекрасная, что вы терпеливая, что вы вот такая вот красивая, изящная душа, что вы... С одной стороны, робкая, хрупкая, но с другой стороны, очень сильная. Что знает о вас? О вашем желании, да, что вот вы свободного полета птичка, что у вас есть желание как-то, знаете, вот парить в небесах, быть свободной. Вот вы свободная душа, вне рамок, вне каких-то ограничений, и ветер знает о том, что вот вы сейчас как будто бы, да, действительно с ним находитесь в какой-то коммуникации, вот он вас воспринимает как свою, как родную, неважно, мужчина вы или женщина, да, это я, вот как это в Маугле, да, мы с тобой одной крови, ты и я, вот здесь вот вы как будто бы, не знаю, вот часть этого ветра. Это не в плане того, что воздух – это ваша природа, а в плане легкости, в плане парения, в плане свободы, в плане дыхания. Вот здесь прям очень-очень созвучное такое ощущение, что вот ветер как будто бы говорит о себе, через вас рассказывает о себе. Здесь бабочки, птички, все такое, что говорит, не бойся, да, потому что здесь вот девятка мечей, какие-то волнения, переживания, что-то вас очень сильно напугало. И это вот эти испуги, страхи, они как будто бы вас сейчас сковывают вашу природу. А ваша природа, я уже сказала, это вот как, знаете, как свобода, как речка, которая течет в поле, да, вот она куда хочет, туда и повернет свое русло, да, то есть нету каких-то ограничений, а вы себя сковываете сейчас каким-то страхом. Так, ну вот на этой колоде я посмотрю, с чем связан этот страх. Ну, страх по поводу ваших желаний, по поводу дальнейшего вашего продвижения, как я могу реализовывать свои мечты, как я могу, как-то, знаете, жить в согласии со своей душой, как я могу вообще проживать в материальном плане, как я могу что-то, знаете, вот сделать для своей души. Вот у вас здесь какая-то такая потребность, что-то хочу сделать. И вы как будто бы слышите как свой зов, вот зов души, она как будто вам что-то шепчет, а вы слышите, но вы не можете разобрать четко, что она вам говорит. И вот здесь вот это вот какое-то огорчение, сожаление идет, ну почему я не слышу? То есть не душу не слышу, а четко я не слышу, что мне хотят сказать. Может быть, знаки видите, но вы не понимаете. Здесь как-то, знаете, у вас есть контакт, но вы как будто бы разговариваете на разных языках. И жесты здесь не помогают, и какая-то вот мимика невербальная не помогает. И вот вы в каком-то таком, знаете, как бы отчаянии, ну что ж ты мне говоришь, что я не могу понять. Это вот как маленькие дети, которые, либо как собака, да, вот иногда смотришь, блин, такие глаза. Вот, ну, человеческие глаза, что-то говорит, но ну, ты не понимаешь, но понимаешь, что что-то говорит, вот здесь что-то такое. Вы не можете нащупать то, что вам сейчас говорит душа, и вы от этого как-то вот переживаете, волнуетесь. О каком-то своем движении, да, вот здесь про это, как развивать свою душу, что она хочет, что я могу сделать для нее, как дальше двигаться. Здесь какие-то такие очень вопросы идут. Здесь еще может быть такие ощущения, что время проходит, да, надо как-то торопиться. А я как будто бы упускаю момент. И здесь про это тоже может быть ощущение, что
не успею, вот что-то подгоняет, я понимаю, что надо что-то делать, надо куда-то двигаться, а я не знаю куда, и вот время уходит, и вот здесь какое-то такое вот, я не знаю, как вам передать, здесь такие ощущения оригинальные, что, ну вот, понимаете, это даже не метание, да, здесь нету тяжести, а здесь вот какое-то такое, вот знаете, беспокойство, бывает такое ощущение, надо куда-то идти, и вот чувство, неужели я что-то забыл? И вот вы понимаете, что что-то надо было сделать, а я не помню что, вот вылетело из головы, и вот вы, куда же мне надо было, вот мне что-то вот не дает покоя, да, вот здесь что-то такое у вас происходит. Угу. Ветер знает это. Так, ну и основной вопрос, какую весточку вам несет ветер, да, какую весточку он вам несет? Знаете, здесь хочется сказать, моя ж ты хорошая, да, не переживай, все будет хорошо, ты услышишь, да. Здесь понимаете, дело в том, что вы это не понимаете, потому что у вас есть вот это вот метание, и оно создает какие-то помехи. И надо просто успокоиться, знаете, вот как будто бы замереть, затаить дыхание. И тогда оно усилится как-то внутри вас, и вы услышите. И вы удивитесь, потому что на самом деле вот то, что вам шепчут внутри вас, это очень громко. Но ваши помехи, они как будто бы заглушают. Вот мне говорят, что такое, знаете, как это, шумоподавляющее. Вот что-то такое, какие-то шумы есть. Надо вот поставить шумоподавляющий какой-то, я не знаю, инструмент, что ли. Для кого-то, знаете, вот в прямом смысле в доме вам нужно сделать этот, как его, непроходимость, чтобы была, знаете, вот стенки тонкие, вот вы слышите, и, может быть, дети слышат, как вы ругаетесь, ну, вот что-то за стенкой слышно, и это вас очень сильно напрягает. Это если в прямом смысле. А так вообще вот вам как будто бы надо, знаете, мне показывают, замри, остановись, замереть, затаись дыхание. Вот на миг, как-то вот остановись, я не знаю, что, но вот что-то такое. Хорошо, что весточка, опять королева эмоций, да, на повторе пошла, королева кубков, весточка, все будет хорошо, да, вот, вот прям хочется, знаете, как будто вот такая энергия поддержки, все будет хорошо, да, все будет хорошо, не переживай, семерка ума, придут к тебе эти идеи, придут к тебе эти ответы. Причем, внимание, это будет не один, не одно, не как это, не одно решение, не одно прикольно, я потом посмотрю. Здесь Таро, театр кукол, не знаю, насколько вам сейчас видно, да, а здесь кукла, эти, как это, бумажки иголочкой колет, да, ну, как план. Так вот, на одном плане есть одна такая мистическая фигура, символ такой, который я вижу в своем ордене. Угу. Так император подписывается. Ладно, интересная вещь. Не волнуйтесь. Вам придут какие-то идеи. И вот один прям вот будет вот прям про вас. Здесь какая фишка? Вот как только вы успокоитесь, да, здесь будет несколько путей, несколько идей, которые вам придут в голову. И вот одна, забавно, кукла левой рукой, левша, левой рукой пишет план. Левая рука это... Правое полушарие, бессознательно, да, интуитивно. Угу. Мне вот здесь показывают, что это не от ума придет какая-то информация, а как-то, знаете, интуитивно. Вы найдете интуитивное решение, но оно будет не одно единственное. У вас будет несколько. Здесь 7 изображены, но у вас будет несколько идей. Одна идея, она вот прям
поможет вам выйти из вашего порочного круга. Вот. Ну, потому что здесь, смотрите, карта колесницы следования, да, вот прям пентакль, вот этот круг, не знаю, как правильно по-русски. И вот выезжает, да, на этих лошадях, это кукла, марионетка. То есть вы совершите какой-то прорыв, да, тот, который вы хотите, который необходим, вот именно в контексте того, что я обозначила. Не переживайте. Все будет. Знаете, вот сейчас просто сидите, нюхайте цветочки, весна, наслаждайтесь. Вам неожиданно придет как инсайт какой-то, да, причем это будет не один инсайт, а это будет, знаете, вот как-то цепочка какая-то. Вот вы идете куда-то, там, я не знаю, нюхаете цветочек, что-то, куда-то вы попадаете в какое-то место, скорее всего, это открытое место, я не знаю, то ли вы общаться будете, то ли пикник. Может быть, на прогулку пойдете, однозначно какое-то открытое место, там к вам приходит какой-то новый инсайт, что вы должны сделать, и он будет каким-то промежуточным моментом, я не знаю, то ли вы там с кем-то познакомитесь, то ли что-то увидите, и вот как-то вас осенит, да, о том, что, о, а надо это сделать, и потом вы идете куда-то в другое место, там тоже начинаете что-то делать, и у вас постепенно начинается складывать пазл, но он еще не сразу, он еще не сложенный. То есть потом вы будете как-то вот дополнять. То есть первично вам надо куда-то пойти, там словите инсайт, потом пойдете в другое место, у вас пазл начинается складывать, и вы будете понимать, куда вам дальше нужно двигаться. То есть какие-то, знаете, такие промежуточные этапы. Но если вы не пойдете туда, в первое место, у вас не появятся другие, поэтому просто наслаждайтесь. Это может быть, знаете, как-то такое неожиданное желание. А, слушай, а пойду-ка я вечером вот просто в парк прогуляюсь, да, либо вот, я не знаю, захотелось вам что-то, я не знаю, вдруг неожиданно появится желание, хочу мороженое, хочу кофе. И вот вы встали и пошли именно куда-то, вам надо идти. И вот вы идете со своим желанием, и у вас там рождается какой-то инсайт. Вы не обязательно даже разговаривать с людьми, а вы что-то увидите. Я не знаю, может быть, какая-то афиша. Какой-то знак вы увидите, и вы поймете. И он приведет вас куда-то в другое место. Да, и это вот как раз-таки, как-то, знаете, разнообразие, с одной стороны, вот эту вот вашу скуку, да, день сурка, который вы проживаете, это как-то вот на вас наполнит эмоционально и вот взбудоражит, да, ваши такие застоявшиеся воды, и захотите вот как-то что-то у вас закипит, да, появятся какие-то желания. Так, вот такая вот была у меня информация для двоечек. Я же говорю, сегодня вот прям я чувствую энергии такие, вот прям позитивные-позитивные. Троечки, троечки мои любимые, обожаемые, мои духовные мастера, учителя, наставники. Сегодня будет позитивный расклад, не обещаю, но у меня энергия позитивная, посмотрим, что карты скажут. Так, а что знает о вас ветер? Троечки, что о вас знает ветер? Не ругайтесь, если будет что-то серьезное. Что о вас знает ветер? Все, десятка мечей. Наконец-таки ветер знает о том, что вы... Все, лошадь сдохла, слази. Это конец, да? Это финиш. Все, вы уже не можете не двигаться. Все, уже заколоты, уже умерли. Сил нету, энергии нету. Улыбаюсь. Почему? Потому что это здорово. Это конец. То есть ветер знает о том, что вы пришли к своему завершению, цикл закончился, да, то есть вот последний месяц лунный, он пришел к завершению, вот эта вот туманность, неясность, непонятность, все, она уже завершена. То, что вы долгое время ждали, когда вы блуждали, вот как в тумане, непонятно, не знаю, куда иду. Вот этот свет в туннеле, наконец-таки вы его увидели. То есть до этого вы просто шли в туннеле и не видели. Сейчас, по крайней мере, вы уже видите, вот если посмотреть на эту карту, да, не знаю, сколько видно, вот там вот на заднем плане, да, уже видно этот свет в этом туннеле, что все, уже наконец-таки свет появился, уже нету сил идти, но вы ползете. Прям у меня такое ощущение, что в конце туннеля вы просто ляжете
и скажете: все, вытаскивай меня. Еще раз говорю, улыбаясь не над вами, а улыбаясь, что если не будет позитива, да, если вот все будем через негатив, через трудности смотреть, у вас сложный путь. Мы не сможем добраться до этого света. Это не насмешки над вами ни в коем случае, потому что я иногда такое тоже читаю. Ну, да, я же вас не знаю, как я могу смеяться над вами? Нет, здесь вот этот вот позитив, знаете, как будто бы вот, ну, передаю вам энергию, да, последнюю, ну, последнюю, как, это знаете, как это родители говорят детям, ну, съешь вот последняя ложечка за маму, да, там в тарелке осталось 1-2 ложки, и все, вот, вот поешь за маму и за папу, и все, и пойдешь гулять, и он такой же сидит, я уже не могу, я уже лопну. Вот здесь что-то такое, что еще знает о вас Ветя? 20-й аркан, да, ну смотрите, какая прелесть, аркан, высший суд, да, десятка мечей, завершение, суд, он знает, что все, вы завершили, вы долги отдали, вы расплатились, молодцы, аллилуйя, конец, вот конец, все, очень глубокие такие трансформации произошли, у вас уже нету сил, и поэтому вам не буду давать больше, да, каких-то трудностей сложных, потому что у вас уже нету ресурсов на то, чтобы как-то вот дальше продолжать, да, ну, то есть все силы жизненные, они уже все ушли, надо что-то делать по-другому, да, ну хотя бы как-то наполниться, вот, а потом дальше идти, если в этом есть необходимость, поэтому ветер, он прекрасно знает, что все, какие-то этапы вам надо было, вот прямо здесь тоже луна, да, вот последний месяц луны, он прям очень-очень сложный был для вас. Все, здесь уже конец, здесь вы уже, смотрите, здесь вы прошли этап, здесь вы его завершили, но пока в голове своей у вас нет осознания, что это точка. В 21-м аркане, да, это сейчас 20-й, в 21-м у вас придет принятие того, что завершилось. Сейчас вы просто где-то внутри себя понимаете, что все, все, завершила, все, наконец-таки сделала. Это, знаете, когда уборка завершена, но стулья еще перевернуты на столе стоят, да, там, я не знаю, если что-то поднимали с пола, наверх что-то ложили, там, на кровать, на диван, там, не знаю, как-то тапочки куда-то положили наверх для того, чтобы пол убрать. То есть вот еще все по местам не встало. Уже все чисто, уже все закончили, да, но при этом... Я не смотрю на свои полы. Но при этом все еще, ну, не поставлено на место. Да? То есть ветер в курсе, что, что у вас сейчас происходит. И вот благие новости мы сейчас еще посмотрим. Да, они связаны с тем, что все, точка, уже все переоценили, уже все поставили в приоритете, разложили все по полочкам, закончили, раздали долги, закончили там ипотеку у кого что было. Да? Выдохнули. То есть все, что уже можно было разрушить, разрушили. Такое ощущение, что вот сделали все, все возможное. Вот реально все возможное и невозможное тоже. Какую весточку вам несет ветер? Какую весточку? Пока говорила, аж сама выдохнулась. Какую весточку, девятка кубков, наслаждайтесь, да, посмотрите, сидит здесь парень, от каждого яблока откусил, куча яблок вокруг него, не знаю, вам видно, не видно, чтобы не освечивало, куча яблок вокруг него, он все съесть не сможет, но он откусил каждый, да, чтобы вот живот хотя бы набить свой живот. О чем весточка? Наслаждайтесь, наслаждайтесь, все, все то, что я говорила, завершено, да. Восьмерка педаклей, то есть вы молодцы, хорошо поработали, сделали все самое необходимое. Здесь действительно пришло время, причем, знаете, десятка педаклей, вам еще не верится о том, что это все, и поэтому где-то по инерции у вас уже, знаете, так... отмуштровали, что вы уже по инерции смотрите. Не, точно все, да? То есть ничего больше не прилетит. Ну, то есть, и пыль я вытру так, я ничего не забыла, да? Ничего не забыла, я все сделала. Вот здесь что-то такое, потому что приходит десятка педаклей, приходят деньги, приходят
что-то такое, какие-то первые результаты, может быть, даже не первые, а уже готовые, вот, а вы еще по привычке как-то вот осматриваетесь по сторонам в ожидании чего-то такого, не подвоха, а ожидания того, что точно, да, то есть я теперь могу принять, да, это вот все, я убралась, я могу сесть, чай попить, да, то есть я точно могу заварить чай, или я еще что-то там не доделала, вот здесь вот какой-то, какая-то такая энергия, ощущение. Еще какая весточка, помимо удовольствия? Ну, пробуждение, да, весточка о том, что пришло время пробудиться. Наконец-таки, аллилуйя. Что все бумеранги завершены. Вот то, что вы сеяли, то, что вы... Причем здесь тоже 20-й, да, аркан на повторе говорит о том, что все, что вы делали, все это пришло уже к завершению. Вы прям молодцы. То есть можете расслабиться, да, общение... тройка энергии, то есть пришло время просто общаться, взаимодействовать, не бояться какого-то подвоха, не бояться, что вас предадут, не бояться, что вам сделать больно. Просто знаете, так это как когда собаку дрессирует, держишь вкусняшку какой-нибудь, да, там сыр, и говоришь собаке сидеть. И она так сидит и смотрит, потом ей кладут на носик и говорит, нельзя. И она так смотрит, смотрит, нельзя. И она продолжает смотреть. Ну, когда уже можно будет? Можно. И она так, гоп, и схватывает. Вот здесь вот вы в этом моменте, что теперь можно, да? То есть все, наслаждайся, да? Как будто бы получили. Да, то есть то, от чего вы воздерживались по аркану умеренности, да? Это вот в том балансе, в котором вы находились, все. Это уже завершено, уже можно выходить. Уже можно выходить, и сразу появляется обновление, да, вы сразу ищете, чем заняться. То есть вот вам разрешили, вместо того, чтобы сидеть, наслаждаться какое-то время, вы уже сразу пошли в движение. То есть, да, окей, двери открыли, горизонты открылись, мне уже все разрешено, и я уже готов выйти из своего замирания. Вы долгое время что-то ждали. Вот, сейчас вам ветер говорит, уже теперь разрешено, да, теперь можете действовать, да, теперь можете уже постепенно управлять. Во-первых, вы созрели, во-вторых, вы как-то вот повзрослели, вы уже по-другому, вот здесь вот прям так интересно, спички пошли, да, то есть огонек, жезлы пошли, то, чего вам не хватало, да, то есть постепенно согреваетесь. Угу. Возрождение, пробуждение, возрождение. Ну вот здесь смотрите, какие прекрасные, благие новости. Давайте возьму еще другую колоду. Говорят о том, что все, да, что-то новое уже пришло. Вы прошли там все круги ада Дантеса. Уже все, 9 кругов прошли, завершено, все, вышли на... новый уровень. Приветствуем вас, да, король мечей. Какая еще весточка, вы еще думаете, вот, думаете о наслаждении, понимаете, вот вам это дают, да, а вы не верите, то есть вам дали вот эту вот чашечку, да, с кофе, где вы с печенюшкой это сидите, а вы все думаете, вот как эта девочка, да, что действительно это мое, да, точно так же, как здесь десятки педакли, действительно это дерево с деньгами мое, да, аж не верится, то есть вместо того, чтобы пойти взять, вот, и сразу пользоваться, то есть здесь у вас так, знаете, обожглись, что я уже не верю, да, что нету никакого подвоха, что это не пранк, точно. У меня такая аналогичная ситуация была в первой позиции несколько раскладов назад. Слушайте, да, слушайте свою интуицию, да, у вас вот очень хорошо наладилась связь с высшими силами, поэтому вы получите, да, пришло время праздника, пришло время стабильности, прям наслаждения, удовольствия. Не надо бояться, не надо бояться, у вас никто ничего не забирает, наслаждайтесь. Так, вот такая была третья позиция. Мне же самой не верится, после стольких раскладов трудностей и сложностей троечки. Вы молодцы. Респект, снимаю вам шапку. Шапку-ушанку. Прощаюсь с вами.
Обнимаю вас всех. До среды, до следующего расклада. Всего вам самого наилучшего, отличного, прекрасного весеннего настроения. Наслаждайтесь, забейте на все и живите в свое удовольствие. Хоть на мгновение, хоть на миг. Главное, чтобы вам в этой жизни было хорошо и чтобы вы получали от нее удовольствие. Все зависит только от вас, все в ваших руках. Всех вас обнимаю. Пока-пока.